Всем привет на моем 31-м стриме. Сегодня мы будем начинать проходить игру Urban Strike. Скорее всего, я с первого раза, ну, в смысле, не успею просто сегодня, наверное, пройти, потому что она примерно такая же длинная, как и Jungle Strike. Однако начнем. Так. Кстати, на фотке это мой картридж, причем это вот обложка нарисована моей сестрой. Давно-давно еще очень. Ну ладно, перейдем к делу. Это третья часть страйковой серии от Electronic Arts. Посмотрим составочку. Тоже неплохая очень игра. Мне очень нравится. И тут еще музыка нравится. Компания «Новая игра» переводила в 2004 году ее на русский. А оригинальная игра вышла, не помню в каком году, по-моему, где-то в 95-м, что ли. Или в 94-м. Ну, Jungle Strike в 93-м вышла, а это вот где-то через год или через два. Точно не помню. Так, я не помню, здесь сюжетная ставка сейчас будет, или она только после начала игры. Подождем на всякий случай. Ну, как раз сейчас еще показатели подтянутся. Вообще, в эту игру, конечно, я тоже много играл. И в отличие, вот если в первой части там сюжет был про Персидский залив, да, и там Мэдмен Диктатор. Во второй части про его сына, который типа отомстить хотел Вашингтона, то здесь уже с этими двумя людьми не связано. Опять же, у меня английский картридж, а игра, ну, сейчас я на русском прохожу первый раз. Не, похоже, тут не будет сюжетных вставок, тогда начинаем. Штурман. Вилли Агилар. Браво. Родина Никарагуа. Отличный стрелок. С закрытыми глазами может выбить 10 мишеней из 10. Если что, кто-то не заметил, вот они там синеньким подсвечиваются, это, про кого сейчас идет речь. Джилл Фишбейн, адвокат. Родина Израиль. Вертолет — это вся ее жизнь. Она может определить намерение человека, один раз взглянув на него. Но она сейчас где-то там в заложниках. Ну, короче, нельзя ее выбрать. Питер Диметрия, казак, родина Россия. В детстве насмотрелся боевиков, быстро как лань, силен как бык, но его реакция оставляет желать лучшего. Ну, конечно, как русский, так сразу тормоз. Марк Дуглас, тугодум, родина США. Ему нет равных в экстремальных ситуациях, но он никогда не теряет самообладание. Эрик Ньюхаузер, салага, родина Германия, необстрелянный новичок, работа в одной команде с опытным пилотом многому его научит. Вообще, почему мне дают новичков, если у меня опять какая-то там миссия ответственная? Джим Флаерти, невидимка, родина Австралия, обожает просаживать деньги на скачках, ведет за творческий образ жизни. Саймон Фриман, Паттис. Родина Великобритания. Самый зоркий штурман в команде. На первом месте в жизни для него оружие. И Ацука Мацумото.
Стингер, родина Япония, обладает шестым чувством, может одновременно стрелять и следить за полетом. Мне кажется, вот этого можно взять. В принципе, да, наверное, его возьму. Только на корабле в беде. Ну, как не будем. Так, опции. Опции такие же. Как нет момента? Не-не-не, подожди, с моментом. Ты куда без момента? Ну, в смысле, без инерции. А, и вот джойстик, 3 кнопки, 6 кнопок. А. Секунду, я. Небольшой косяк. Ну, в смысле, не косяк, а. Я просто посмотрю, на какую мне кнопку назначена X. Я не помню. А тут посмотреть нельзя, сейчас я переопределю по-быстрому. Просто нужно знать, где у меня X. А, так. Вот X будет сверху. Все. То есть здесь, по сути, используются 4 кнопки, а не 6. Вот. А как выйти, подожди. Не понял. А чё он не выходит из меню-то? Ну я ж назначил ему старт. Что он баг какой-то, что ли? Старт. X, Y, Z, мод. Ну. Не понял. Народ, старт не работает. Что за жесть? Стоп. Не, подожди. Блин. Да, сломал игру уже в меню. Стоп, стоп, стоп. А, все, значит, есть все-таки сюжетная вставка. Я туплю, думаю, почему он включает? Я думал, типа, я уже начинаю новую игру, блин. Ладно, то еще раз смотрим. Смотрим сюжет. Вот. США, 2001 год. Друзья, пришло время возродить Америку. Наши добровольные патрули очистят улицы от криминала. Вместе мы направим нашу энергию в нужное русло и покажем так называемым либералам, короче, Мэлоун, 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 кричат. Отличное шоу, мистер Мэлоун. Вы хотели меня видеть? У нас возникли проблемы на нашей базе в Гавайях, и я хочу, чтобы ты их решил. А что за проблема? Спецподразделению армии США стало известно о наших планах. Я подозреваю, что в ряды моей организации затесался предатель, работающий на правительство. Что я должен сделать? Я хочу, чтобы ты отправился на Гавайи и все проконтролировал. Спецвойска США не должны помешать мне в создании моего супероружия. Ок, у меня уже есть опыт общения с этими ребятами. Да уж, я знаю. Мой сын отвезет тебя в аэропорт на моем лимузине. Приятного полета. Это агент Эго, я в небоскребе Айвори. Слушаю тебя, Эго. Я проник в логово Мэлоуна, но мне кажется, он вычислил меня. Он создает смертельное супероружие, и первые его компоненты находятся на Гавайях. Я видел чертежи, это оружие одним выстрелом может разнести целый квартал. Это невероятно мощное оружие. Мне пора идти. Меня ждет лимузин, до связи. Да, действительно, вычислили его. Отличный сюжет для вечерних новостей. Криминальные боссы убивают сына известного политика. А по-настоящему все звучит так. Не стой на пути у Мэлоуна. Алло?
Капитан, похоже, вам придется завершить ваш отпуск чуть раньше. Я знал, что нужно было оставить этот телефон дома. Наш друг Мэллоун опять взялся за старое. И что он задумал? Это не телефонный разговор. Я жду вас в нашем командном пункте на Гавайях. Не судьба мне сегодня напиться. И вот. Опять выбираем этого пилота. Включаем 6 кнопок. И инерция. Стоп, и здесь старт не работает. А какая тогда кнопка? Стоп. Так, не-не-не, оставь это на месте. Лол. Нет, я мод на Select назначил, но, точнее, на кнопку Back на контроллере. А с тремя кнопками выходит. Ну это бред. X, Y, Z нажимаю, мод, нет, старт, нет. Вообще не должно меняться старт, он и должен быть остаться стартом. Ну ладно, трехкнопочно буду играть. Но там просто есть проблемы некоторые, ну, неудобства. Там можно, в общем, груз... Ну, в общем, сейчас не буду спойлерить. Так, компания 1, Гавайи. С возвращением, капитан. Наша цель — мистер Мэллоун. Он не только один из самых богатых людей в мире, но и... Проиграв последние выборы, Мэллоун сплотил вокруг себя миллионы преданных ему фанатов. Да, парень не терял времени даром. Он скупил огромное количество недвижимости и использует ее в качестве тренировочных лагерей. Для члена своей полувоенной организации, к тому же, на него работают лучшие военные эксперты. Солдат тренируют бывшие наемники, побывавшие не в одной горячей точке. Вы внедряли кого-нибудь в ряды его организации? Да, агента Эго. Но он погиб на задании. О нет. Это был он. А, Эго был моим приятелем. Мы вместе участвовали в кампании в джунглях. Что с ним произошло? Мэллоун вычислил его, Эго, и взорвал его в лимузине. Но Эго успел рассказать нам о том, что Мэллоун создает супероружие. Одна из баз Мэллоуна находится прямо здесь, на Гавайях. Отсюда вы начнете выполнение своей первой миссии. Нужно было ехать отдыхать в Испанию. Люди Мэллоуна выкрали из наших обсерваторий огромные зеркала, но мы пока не смогли узнать, зачем ему они понадобились. Может, у него проблемы с внешностью? Кстати, мы подозреваем, что имеем дело с ненастоящим Мэллоуном. Один пластический хирург кое-что знает о личности нашего. Профессор беспокоится за свою жизнь и поэтому прячется на островах. Найдите хирурга, и мы узнаем, что за злой гений противостоит нам. Ну вот, опять злой гений. Когда же мне попадется хоть один злой идиот? Снаружи вас ждет суперсовременный вертолет Магикан. Новые задания мы будем пересылать на ваш мобильный коммуникатор. Удачи, капитан. В общем, выполняем первую миссию. Ладно, хочу сказать, но не буду спойлерить. Два радара охраняют северную часть острова. Люди Мэллоуна захватили два здания и установили на них радары, уничтожив, чтобы противник не знал о твоем присутствии на острове. Не вопрос, значит, опять же, обзор интерфейса. Брони у нас также 1000, баг тоже 100, людей мы тоже можем брать 6, жизни 3, как обычно. Часы. Сейчас 1000 и отчета никакого не идет. Это только в некоторых моментах в игре используется. Ну, ракеты 9, гидры 60, пулемет 1000, ну, все так же. Ну, и здесь все пишется, в общем-то, все так же. Очки 0. Ну, давайте зарабатывать очки. Инерция не включилась. Не, я так не буду играть, подожди. Без инерции, ну что это за дно?
Не-не-не-не. Ладно, я сейчас опять резет сделаю, потом по сюжет пропущу, но без инерции это, ну, куда? А что такое с игрой, я не пойму, это в русской версии, что ли, накосячили что-то? Так, опции. Ну, с моментом. Ну, все, с моментом осталось. В чем проблема? Блин, у тебя вот есть, ты сидишь за штурвалом за то время, пока ты летал на Илон, он тебе целую империю сделал. Так, ну. Что за прикол? Почему нет инерции? Я пока не разберусь, я не буду проходить, но потому что это слишком просто и вообще уныло. Как без инерции-то? Стоп, у меня есть вообще-то предположение. Они перепутали, по-моему. Потому что по умолчанию должно быть с инерцией. Похоже, они перепутали. Да, поставь без, точно. Ну ладно, 6 кнопок не хочет. Во! Они перепутали. Да, вот уж переводчики, такие переводчики. Ну ладно, миссия у нас по-прежнему осталась уничтожить радары. Полетели. О, я уже и забыл, что надо стрелять, много раз нажимать кнопку. Я привык, там у меня пилот был норм вообще. Ага, это вот так броня выглядит. А, кстати, у нас показывается броня? А, да, ремкомплект. Боеприпасы, куча целая. Горючее. Здесь вот такие вот, как это сказать-то? Ну, короче, пулеметы. Их много. Вот такие ХРЗ Бульдог. Гусеничное орудие. Ну, в общем, тоже встречается. И катера. Ну, и да, и там баржа есть еще. Но это мы потом узнаем, для чего она нужна. Так, пойдем второй радар уничтожать. Ах ты кто? Да ты что, сколько в тебя пулеметов надо? Записали вот это слово completed, но я, если честно, это понял, что это слово completed, наверное, спустя там 10 лет после того, как первый раз поиграл в эту игру. Я думал, это просто такой звук. Далее, второе. Верни 4 зеркала и доставь их на баржу. Ты должен обнаружить грузовики, перевозящие украденные зеркала, и взорвать их. Затем доставь зеркала на баржу. Осторожнее, не разбей их. Интересно, зачем мы ловим на зеркала? Как-то это вообще непонятно. Зеркала обычно используются под лодку, ну да, подожди, не забегай вперед. Зеркала обычно используются в этих каких-нибудь, вот это кто? Солнечных электростанциях, потом этих, как называется-то? Телескопы, вот в телескопах особенно используются. А больше не знаю, где такое используются зеркала такого вида. Ну, уничтожайся ты. Такой пулеметчик медленный. И вот, у меня оно прикреплено. Это зеркало, мне его нужно на базу отнести. И вот теперь
такой вопрос на миллион. Какой кнопкой опустить это зеркало? Ну, я сразу отвечу, кнопкой X при шестикнопочном управлении. А тут он вроде бы автоматически, но это довольно криво бывает. Так, следующее зеркало. Так, тут что у нас? Не, ну пулеметчик реально тормоз вообще. Вон там стреляют. Жесть, какой медленный пулемет. Так, надо взять. Да бери, улетай. Сколько брони? 400. Ну, в общем-то, все уже видели эту подлодку. Так. Нет, два зеркала мало, вы чё? Потом. Так, нам нужно боеприпасы найти. Ой, с таким штурманом я буду долго искать. Кнопкой А здесь сбрасывать предметы. А, где у нас горючее? Ну там, где-то в уголке. От тебя что ли останется точно? Так, с зеркалами желательно вообще не вступать ни в какой бой, потому что это может плохо закончиться для зеркала именно. Мне-то Яо, а вот зеркала нет. Не, ну правда я миссию уже выполнил, но все равно. О, уже откуда-то отгрузили. Как так базу поднял, я не знаю. Не понял, чё базу поднял? Я не что-то не понял, о чем что ты сейчас вообще о чем говоришь. А, ты про вот это, ну, где, который стрелял из, ну, из-под щита такого? Ну, это норм в этой игре. Крепкий грузовик. Нет, это так и предусмотрено. То, что поднимать. Все, все зеркала отвез. Следующее. Корабли-невидимки. Код тень. Уничтожь все корабли-невидимки, прежде чем им удастся удрать с украденными зеркалами. Ну, по-любому же они уже несколько зеркал отвезли. То есть мы все равно все не предотвратили. Броня 250. 240, а боеприпасы еще есть. 190. Так, боеприпасы нужны. А, вон как раз по пути. А, броню тоже. Кстати, броню нам не показывают, да? А, нет, показывают. Но все равно возьму, ладно, пора, наверное. Ну-ка, ну-ка, подожди, вот в этом домике что у нас? Угу. Как долго она убивалась.
И еще одна. Пулеметчик одно. Скорее бы найти нормального пилота, этого штурмана. Все. Completed. Люгиена, привет. Да, следующую проходим, третью часть страйковой серии. Хирург. Спаси пластического хирурга. Хирург прячется где-то в джунглях. Он поможет нам определить личность Мэлоуна. Вывези его живым. Так, у меня, в принципе, все есть. Горючее, кстати, что у нас? Ну, если что, там долетим, неважно. Вот у нас что в этом домике? В хуторе в этом, неважно. Слишком тормозной штурман, чтобы это понять. Ну, в этот попадешь. Кстати, здесь тоже так можно летать. Так, где он? Да, где-то выше. Его охраняют по-любому. О, нормально. Выходи. Фух, я думал, сейчас убью. Так. Взорви мост. Пересядь на другой вертолет и уничтожь мост, по которому техника противника перебрасывается на маленький остров. А зачем пересаживаться на другой вертолет? Не, ну это бред, мне не нужно пересаживаться сейчас. Так, где у нас горючее? Ну там по пути будет. Не, ну меня бомбит от этого штурмана, потому что он не бомбит то, что мне надо. Почему не могли взять того, который вот этот был со мной в Jungle Strike? Нормальный был такой штурман. А, тут, кстати, по-моему, есть. Ну-ка, ну-ка, стоп, я что-то помню, тут вроде было. Тут вроде был пилот или что-то. Что-то я вот такое начинаю припоминать. Может, ошибаюсь. Точно. Ну-ка, может и не дно. Спасибо, готов помочь тебе порезвиться на этой вечеринке. Ну-ка, чё, имба? Ну, уже другое дело. Хотя бы что-то. Ну, другое дело же, ну. А, и вот это вот упор, это я сейчас миссия, ну, немножко. Мост надо разбомбить. То есть вот он есть мост. Вот казалось бы, да? Я сделал дырку в мосту. Все, по нему никто не проедет больше. Нет, надо сделать кучу целую дырок, прям много-много. Так, боеприпасы надо взять. А, не, хотя зачем? Че, у меня гидрами их не завалю, что ли? Так. Недостаточно, вот вдруг кто-то проедет случайно по нему. Но чтобы точек на карте не было, надо еще уничтожить кусок. Вот теперь все. Следующее задание. Спецназовцы скрываются в джунглях на юге острова. Доставь специальный заряд к домофою и шашке на юго-западе острова, чтобы расчистить поляну. Затем вывези оттуда наших зеленых беретов.
И как ни странно, ты в этом задании уже я фейлился раньше бывало, потому что не туда сбросишь и все. Блин, такой бред вообще. И мы бы сейчас пересаживаемся на другой транспорт. Так, во-первых, высадим людей. А, людей. У меня всего один, да, был? Ладно. И полетим к следующему острову. Вот. Стоп. И вот он, вот он. На иунылейший вертолет. Он неповоротливый. У него нету хеллфайеров. Вот два пулемета у него. 2000, правда, брони, и помещает он 20 людей. Вот, один пулемет. А второй. А. Ну, короче, да. Как-то так. Не, хотя в управлении он почти что такой же, но немножко больше инерции. Так, летим к зеленому берету. Зато он желтый и няшный. Ну. Может быть. Ну вот это надо взять. И отнести вон туда. Где? Стоп, вот. О как! Магия. Да то, что они в меня стреляют, это ерунда. Ну что он мне там, 30 потратил? А, мне 2000. В принципе, можно даже их не отстреливать особо. Просто другой вопрос, что это не последний раз, когда мы пользуемся таким вертолетом. И это довольно печально. Все. 10 человек взяли. А, так, нам обязательно их высадить надо? Нет, по-моему, не надо, да. Но все миссии на нем не невозможно. И мы не можем сесть, ну типа выполнено задание. Надо обязательно на том вертолете. Так, где у нас вертолетик наш валяется? Так, не будем высаживать, сами дойдут. Все миссии пешком. Ну, это уже будет Call of Duty какой-то. Все, первый пройден. Короче, дофига всего сделал. Минусы, интересно, есть. Я не помню, кто тут пишет вообще, нет. Видимо, нет. Или просто нету минусов. Так. Далее. Однажды ко мне на прием пришел странный человек. Лол. Его лицо было ужасно изуродовано, и он попросил меня сделать ему операцию.
Мне нужно было фото, и сначала он принес мне то, которое слева, но потом... Ну вы поняли. Передо мной, перед самой операцией, этот человек принес фото Мэлоуна и заставил использовать его. Чуть позже в новостях я увидел репортаж про террориста Ортегу и узнал в нем своего пациента. Ну что же, все стало на свои места. Теперь понятно, почему после кампании в джунглях мы не нашли тело Ортеги во взорванном автобусе. Непонятно как, но ему удалось выжить после взрыва. Ну тимбата. Ортега послал за мной убийц. Поэтому мне пришлось скрываться на островах. Спасенные тобой зеленые береты сообщили нам, что Мэлоун планирует доставить зеркала на военный спутник. Он собирается использовать их для создания мощного лазера. К сожалению, нам пока не удалось обнаружить саму пушку. Но наш спутник засек подозрительный крейсер, который что-то доставил на старые нефтяные вышки. Они расположены к югу от острова, и мы уверены, что Мэлоун использует их для хранения оружия. Твоя задача — навести порядок в этом секторе и проверить нефтяные вышки. Да, мы не успели оповестить мирных жителей и эвакуировать их из района проведения операции. Поэтому, если тебе понадобится вывести большое количество людей, воспользуйся транспортным вертолетом. Твоя главная миссия — уничтожение реактивных самолетов Мэлоуна до того, как они нанесут удар по острову. Поэтому приготовься к наземной операции. При ее выполнении твоим основным оружием будет наша новая разработка, автомат МП-9. И вот. То есть эта игра тоже связана с предыдущими. Здесь у нас Карлос Ортега, выживший, который... Мы взорвали автобус, но он норм такой выжил. И не только выжил, еще и убежал. Первое задание. Радар на насосной станции. Уничтожь насосную станцию и нефтяные поля на побережье, чтобы противник не мог тебя выследить. Нейтрализуй радар. Погнали. Так, первая миссия завершена. Вторая. Не, ладно. Потом. Вначале зачищу побережье. Потому что здесь очень много всяких вкусняшек. О, лебедка. То чувство, когда много лет спустя, ты узнаешь сюжет игры с прицел, привет. Да, у меня тоже такое было, но хотя в этой игре я сюжет уже давно понял. Ну просто как-то уже, когда более-менее английский уже знал, ну хотя бы, чтобы понять суть, уже проходил. Правда, единственное, я вот забыл такую деталь, что про Карлоса Ортегу. Я просто помнил про вообще, в принципе, что здесь происходит, но это... Не помнил, что это связано с Jungle Strike. Ага, ну вроде зачистили более-менее, берем боеприпасы. И следующее задание. Уничтожь силы противника, охраняющие малые платформы. На одной из этих платформ находится транспортный вертолет. Чтобы добраться до него, ты должен уничтожить охраняющую платформу солдат. Охраняющих. А. Не, ну у меня тоже, но я потом сам тоже проходил. Вначале да, у меня тоже отец проходил. Я смотрел, потом уже сам стал проходить. Так, ну что, зачистим. Тут такие очень неприятные пулеметы на краях. Вот. Так,
Морг это уничтожен. Ух ты ж, одной не хватило. А, что нам тут еще надо? А, все. Это здание уничтожать не нужно. Вроде бы. А, О, 1-2 года? Не, у меня в 1-2 года была только Дэнди. А Сега появилась в 6, по-моему, лет где-то. Да что? Блин! Это фейл фейлов просто. Этого не должно было произойти. Ну это же как? Блин, ну вот это вот то, что обидно, потому что это ерунда, это не должно было быть, блин. Мне. Так, все 2014 год, значит 22. Блин, ну это тут обидно, что я упал. Ну блин, такое банальщина. Так. Тонущий лайнер атакован кораблями противника. Спаси 20 пассажиров, выживших после крушения лайнера, и доставь их на одну из малых платформ. Поторопись, пока корабль не затонул или не взорвался. Ну, короче, у меня Сегу в 97-м купили. Так, нам нужно вертолетик взять наш. Такой вот не очень вертолетик. 20 пассажиров спасти. Вообще лайнер большой, там чуть ли не как Титаник. Ну нет, конечно, но большой. Там точно было сотни как минимум людей. А нам только 20, говорят, спасти. Так что это уже печальные новости. Кстати, тут, по-моему, что-то все-таки есть. Не, ничего нет. Так. Акулы, да, акулы, я помню. Ну, сейчас посмотрим, в общем. Не, вначале надо спасать тонущих, я помню. Потом уже на лодках. На лодках там подождут. И вот, часы там у меня внизу, последний пункт слева, 86. Когда время закончится, лайнер взорвется. Причина непонятна. Ну, видимо, это теракт, наверное. То, что он вообще затонул. Так, где еще тонущие? Подожди. Есть? Так, ладно, тогда начинаем брать вот этих. Вон, вижу. Так, ладно, берем с лодки. Давай. Ну что, ты не можешь за корабль рукой хотя бы взяться? Так, 13, еще семеро. Во, ну ты что, в лодку что ли не пустили одного-то? Ну, хотя бы рукой опять же взялся бы, чтобы не утонуть. Лебедка-то норм тут. О! Так, еще двое, по идее, должны быть. Где они? Вон. Подожди, сейчас утонет чел. Еще один. Где еще один? Там уже времени не осталось. Три. Ну ладно, все. Не повезло чуваку, значит. Не вижу, а где он, наверное, уже утонул, значит.
Так, ладно, все, летим их высаживать. А, стоп, я пролетел уже. А это что там было сейчас только что? А, да, я вспомнил, тут еще вот эти вот мини-баржи. Катер на воздушной подушке был в Jungle Strike на втором уровне. То есть в первом, как бы, задании в джунглях. Ну там же две миссии с Вашингтоном, первая и последняя, и 8 посередине. И вот в первой из этих, которые посередине, там, где еще мост. Долго высаживать их. Я всегда вот это вот сидишь, так тупишь, пока они там выйдут все. Не, чтоб толпой просто вывалиться оттуда и все, нет, по одному идут. Ничего, я подожду. Зато броню пополнили, хотя она нафиг практически не нужна. Да сколько их там еще? Ну, 19 человек было. О. Так. Пересаживаемся обратно на наш нормальный вертолет. Низ головой будет давка, а не с платформы еще попадает. Ну, не знаю. Так, боеприпасы надо. Ну, сейчас посмотрим, что за задание следующее. Перехвати вражеский крейсер. Обязательно перехвати и уничтожь этот крейсер. Он уже ликвидировал подводную лодку наших союзников и теперь собирается напасть на побережье. Да. Так. А, боеприпасы у меня тут есть, в принципе. Этого крейсера целая куча орудий. Ну, в общем, такой тоже нехилый крейсер. Ну, я, естественно, возьму боеприпасы, без них никак. Так, горючее не надо. А броня тоже 1000, ну ок. Летим тогда истреблять крейсер. Но он такой нормально защищенный вообще. Вообще странно, один вертолет ничего не должен крейсеру сделать. Это нереалистично. 150 патронов. Просто если крейсер сам уничтожить, эти пушки тоже уничтожатся вместе с ним. Вот. И, собственно, советская подлодка, ну, русская написано. Спаси команду русской атомной субмарины и доставь туда специальный ремкомплект, чтобы заблокировать ядерный реактор. Вот. Ну ладно, полечу, попробую к ней. Там вроде тоже людей надо много довольно эвакуировать. Но, по-моему, можно и этим вертолетом. О, а я тебя не ожидал увидеть здесь. Да, русских тут спасать нужно. А, не же написано было, что союзники. Так, боеприпасы. Далековато что-то. Ну, возьмем вот вообще дальний самый. И там же горючее. Вообще там не было сказано, где это, или было сказано, где это находится, этот остров. Просто если это где-то США, то какого там вообще русское делает подлодка? Ну даже если союзники. Когда такое было, чтобы это,
Ну, блин, подпускали, короче, так близко, еще и атомную. Battle Tech, да, играл, конечно. Очень крутая игра. Ну, не на стрим, в смысле, да, так, играл. Так, ну, полетели обратно. БТТ уже даже и на русском проходил в эмуляторе. По-всякому. Единственное, вдвоем, по-моему, я проходил всего один раз. То есть, чтобы с кем-то играть вдвоем. Потому что как-то не получалось. Ну, в смысле, ну, не было какой-то возможности. Так, русских спасаем. Ага, все, больше некуда сажать. Вообще, опять же, ну вот американцы, конечно, любят настолько все выставить русских не очень. Вот какой-то крейсер там левый под лодку подбил нашу. Ну, я не знаю. Как-то это, по-моему, не очень. Причем подбил-то явно не торпедами, там сверху повреждения. Опять долгая высадка. Так, у меня все есть, поэтому летим остальных забирать. Так, где-нибудь там правее чуть-чуть. Ага, один что ли остался? Ой. Не стой так близко, ну. Что, не понимаешь, что я на вертолете? О! Здорово! А где этот ремкомплект? А, вот он. Ну давайте, чтобы атомный реактор не бомбанул там случайно. Так. Все, пройдена миссия. Они мне даже топливо сюда поставили. Так, ну топливо мне не надо пока что. Посмотрим следующее задание. Не дай взлететь вражеским самолетам. Взорви самолеты на большой платформе, прежде чем им удастся взлететь. Внимательно следи за лифтами. Так. Ну и там же сразу задание. Уничтожь войска, охраняющие платформы, и возьми ее под свой контроль. Зачисти территорию, посади вертолет и проникни внутрь. По нашим сведениям, в одном из помещений платформы содержится штурман Стинкер. И там вот эти вот штучки должны быть. Ну, просто их почему-то не показывается. А это что? А. Ну, в общем, понятно. Гуи и Питбуль. Что это такое? А, ну это был на крейсере. А, ладно, в принципе, можно туда лететь. Главное, чтобы меня там не сбили опять. Уничтожим это здание. Опа, нет, ты куда намылился? Эй, не, даже не думай. Ты куда? Так. Кто следующий? Самолеты уничтожить сразу.
Ну все, по-моему, уже не улетят. Или я ошибаюсь? Не, вроде уже не улетят, там им неудобно даже никак выезжать. А что у меня? А, бак? Ой, где, подожди. Так, горючее и боеприпасы. А, вон там, в одном месте внизу. Да, о, как удобно-то прям сделали. Все для нас. Итак, что у нас тут дальше по плану? Вот этого надо. Привет, хоббит. Так, ты стреляешь или... Нет, ты хочешь войти... А, это Стингер. Рад тебя видеть. Же рад тебя видеть. Все, норм пилот опять, еще лучше. О, вот это мне нравится. Так, пойдешь в самолет? Отлично. Ну вот, не, нормальный пилот наконец-то. Далее. Писающий вертолет. Ага, платформа. Вот этого надо тоже уничтожить. В смысле какой-то бред? Я не очень понял. Но я взял Стингера, своего пилота, потерянного. Ну, штурмана, в смысле, штурмана. Пилот это я, а штурман, да вот. О, а ты кто? Вот. А, еще вот это надо. Ну, хотя мне это уже все не надо, в принципе. Потому что я... Сейчас нужно зайти внутрь, порешать там все. И потом платформу уничтожить просто. Так, это считается, в принципе, тот же уровень, то есть это не третий уровень, это второй продолжается. Итак. У меня всего 200 брони, это максимум. Так, у тебя не было, по недавно игру. Да ладно, не, вообще такого не помню никогда, чтобы было, ты чё? Мне нужно уничтожить сенсорные пушки. Уничтожь 4 сенсорных пушки. Они не только обладают большой бойной силой, но и включают сигнализацию. Ну, уничтожать я их буду, ну, не, как бы, не последовательно, а попутно. Поэтому смотрим сразу. Второе задание. Уничтожь самолеты противника. Ты должен взорвать все истребители, прежде чем они нанесут удар по побережью. Вот они. Ну и сразу третью смотрим. Кейт Митчелл, позывной Маверик. Найди агента Маверика. Только он знает шифр для включения передатчика, спрятанного где-то в лабиринтах платформы. И включить передатчик. По его сигналу наша авиация сможет нанести ракетный удар. Найди передатчик, введи код и как можно быстрее возвращайся на вертолет. Вот. Ну, идем. А, оружие у меня только 9 этих гидр, ну, типа базука, и 200 МП-9. Вот, шутерок от Electronic Arts. Так, где пушка? Стоп.
где она тут же вроде была? Так. Ой, я патроны взял. Случайно, это плохо, что я взял. Ну я же вообще не потратил и взял, ну блин. Ну ладно, надеюсь, хватит. Так, одну пушку я уничтожил, она меня даже не заметила. Вот такая вот сенсорная пушка. У меня сенсоры круче, чем у нее. Так, что у нас тут? Бочки взрываются вообще, что надо. Ой, я в тебя не хотел. Ну, то что-то мне вообще не пошла эта миссия. Ну ладно. Так, где у нас следующая пушка? А, недалеко, в смысле наоборот, далеко еще. У меня уже ракеты закончились. Краб, да. Не отрицаю. Так, броня. Неплохо. О, все, боеприпасы закончились. Ага, вторую миссию мы выполнили. Идем к пушке. В принципе, боеприпасов тут достаточно, так смотрю. А, вот она. Желательно ей под огонь не попадаться. В принципе, конечно, ничего страшного, я ее и так убью, но потратит она мне брони. Вот и вся пушка. Так, у меня 115 брони, ну это еще много, больше половины. Так, еще одна пушка сенсорная. Ну-ка, попаду так. Где она? А, вот она. Все, нету пушки. Надо тут сразу все зачищать, потому что нам обратно бежать. Чтобы можно было, если что, взять что-то. Кого-то сделал. Так, боеприпасы закончились. Но ракеты еще 4, так что я, в принципе, пойду, наверное, дальше. Хотя, да тут их... Не дефицит вроде. А вот броню, наверное, возьму тоже. Не, броня не такая же, как у вертолета. Во-первых, у меня не только 200, а во-вторых, ты учитываешь, что они меня стреляют тоже какими-то там пульками, а не ракетами, как танки там. Ну, то есть, как бы соизмеримо. Просто цифры эти другое как бы означают, они не абсолютные, они относительные. То есть я вот взял броню, ее 200 у меня только. Так, а у нас там что? А, сенсорную пушку надо. А, как выглядит? Ну да, по идее аптечка, да? А, нет, там не аптечка должна быть, а броня именно. Цепная реакция. Not bad. Все, сенсорные пушки уничтожены. Ого,
Я что, попал или нет? И сейчас будет такой прикол, меня всегда это радовало. Сейчас дойду до этого агента, которого нам надо найти. Так, ну еще есть. А, да. Я и забыл. Это не в этом прикол был, если что. Вот он связанный, да? Как думаете, что мы с ним сделаем? Ну понятно, что развяжем, а дальше? Конечно же, в карман положим. Я так рад видеть тебя. Найди передачу, включи его кнопкой А и делай ноги. Для меня не волнуйся, я найду дорогу. Ага. Кнопкой А, запомнили. Потому что если неправильно кнопку нажать, то потрачено. Итак, мне надо что-то брать. Не, в принципе, ладно, пойду дальше. Потому что мне потом надо будет на время бежать к выходу. У автомата еще звук такой реалистичной стрельбы. Этот вот тук-тук-тук-тук-тук. Так, тут еще эти квадратные пушки будут. Я не помню, где они там стоят. Да. Ага. Понятно. Ну, блин. Там человек все-таки хотя бы рядом, а не в кармане. Броню, наверное, все-таки возьму на всякий случай. А то что-то как-то стрёмно. Все-таки там эти пушки. Хотя я, конечно, постараюсь их убить так, чтобы они меня вообще не попали, но не всегда это получается. К тому же еще я боеприпас уничтожу. А, нет. Норм. Оп-оп-оп-оп-оп. Короче, тут так только, наверное, проще. Так, я просто броню слежу, поэтому постоянно щелкаю. Ох. Так, тут у нас что, я не помню, что-то вроде интересное было. Или нет? А, да. Берем. Да стой, подожди. Ну сколько же их тут? Итак, вот он, передатчик. Передай свои координаты. Нажми А, Б или С. Но мы знаем, что нужно нажать А. Передатчик включен. До взрыва осталось 120 секунд. Но имеется в виду не до взрыва, а до уничтожения, ну, до бомбардировки базы. Я так и не понял, к чему эта спешка? Почему нельзя дать там, ну, час или 20 минут? Какая разница? Да, отрезается, я помню. Так, ну и где вы там все? Тут, по-моему, сейчас будет в переходе в этом стоять. Да. Так, берем все, потому что нам все равно не возвращаться сюда.
Так, время у меня вон внизу 77 осталось. Ну, в принципе, это несложно обычно сделать, добежать до туда, потому что тут полно всяких боеприпасов, там не жалко ничего уже. Брони еще полно. Ну все, можно бомбить эту базу. Ну, это сделают за меня. Второй пройден, кстати, да. На старой автомобильной фабрике в Мексике люди Мэлоуна ведут разработку нового вида оружия. Лучшие ученые и механики создают прототип суперсовременного броневика «Гиена». Мы уверены, что чертежи броневика хранятся в одном из современных бизнес-центров. Твоя вторая задача – спасение наших разведчиков, попавших в плен. Подробности миссии придут на твой бортовой компьютер. Удачи, капитан. Да вот эти вот гиены там, это жесткие такие штуки. Так, первое задание. Уничтожь вышки и спаси наших разведчиков. Сначала взорви все смотровые вышки. Затем расстреляй охрану и вызвали наших разведчиков. Да не вопрос. Полетели. Так, ну начинаем, да? Зачищать территорию, находя всякие вкусняшки. Мне это напомнило пятый уровень Strongle Strike в этом плане. Вот так вот просто прилетели в Мексику и несем демократию. Что? Ну ладно, в принципе, прилетели. Ну да, да, ты понял. Сколько ему надо-то с пулемета? Так, далее. А чего Danger Zone-то? Ну, брони, в принципе, они мало снимают, так что мне все равно на этот Danger Zone. Кто еще там? Все. Ты кто тут? Подожди, меня тут начали взять. О, он здание уничтожил, спасибо. Моего приятеля держат вон в том бараке. Ты должен спасти его, прежде чем все взорвется. В смысле? Ок. А, ну да, без штурмана я не могу. И что вы с этим бараком собираетесь делать? Ой. Зачем же так?
Нет мест, ок. Здесь удобно то, что... О! Высадка людей и, ну, самая начальная посадка, они в одном месте, их на карте сразу видно. Так, ну у меня мест нету вас брать. Я просто думал, может, тут лебедка где-то, я не помню, где она здесь вообще, на этом уровне. Здесь где-то можно жизнь найти, тоже не помню где. Ох, ты ж какой тут сидишь. Ты что, не умер, что ли? Лол. Как какие-то у них дома вообще не крепкие. Опа. Ну тут по-любому что-то должно быть. Ну вот куча людей бегает, это можно сказать, куча брони бегает. Так, это нужный дом уже, его не надо трогать. Ой, там гиена. Так, мне нужно, по-моему, горючее взять сейчас. Тридцать. А, да нет, там есть. Бомби гиену? Нет, спасибо, не надо. Потом, под конец уровня, может быть, сейчас точно не буду рисковать. У нее брони там, знаешь, сколько? Тут, по-моему, кстати, есть она. 5000 у нее броня. Норм? Бомби гиену. О, это пригодится. Так. Разгроми вражеский лагерь. Уничтожь вражеский тренировочный лагерь, чтобы предотвратить угрозу нападения на наш штаб. Ок, надо только горючее мне взять. Броню не надо, ничего не надо. Можно боеприпасы, там, наверное, есть. Ну, там найду, наверное. Сейчас там опять гранатометчики будут в меня стрелять всякие. Да, вот я помню. Он мне не попал, а мне показалось, что попал. О, ну-ка. А, ты... У меня пулемет закончился. Так, у меня все закончилось. А, нет, еще одна есть. Один Hellfire. Так, боеприпасы. Вот они тут есть. У меня просто по нулям все вообще. Где же лебедка-то, мне интересно? Где-то там слева сверху, по-моему. Но я не буду специально за ней летать искать, чтобы время не терять, я и так пройду. Так, а ты что тут? Или может она тут где-то, ну я не помню. Так, понятно, тут боеприпасы. А, тут, наверное, топливо и это. А, не. Горючее есть. Что еще тут есть? Угу. Еще какое-то здание, да?
Еще не все? А, ты... Completed. Третье. Уничтожь десантников. Ты должен спасти ученых, ведущих разработку гиены, но сначала нужно уничтожить охрану. Да, прикольное задание, довольно-таки интересное. Парашютистов будем бомбить. Желательно в воздухе, ну как получится там уже. Ищем, где они приземляются. Вот они, вот они. Ну, да, тяжело, конечно, сразу всех в воздухе поймать. Да что такое? А, у меня закончились, потому что гидра, я думаю, что за... Лол, ты как башня-то выжила после Hellfire? В общем, у меня закончилось все. То есть у меня только пулемет 519. Ну, я думаю, справлюсь. Сейчас, правда, танк, наверное, подъедет. Ну, этот не танк, а это ерунда. Так, видимо, все. Нет, еще кто-то летит. И вот они выбежали. А, ну ладно, троих я могу взять, в принципе. Надо горючее, да. Все, понял. А, так, ну прямо на посадочной у меня есть площадки. Да, тут по пути еще люди тоже можно собрать. Стоп, я хотел вначале горючее взять, ну ладно, не важно. У меня 8 осталось. Вот не могут какие-нибудь люди подбежать и дозаправить просто? Зачем мне вот этот вот риск? Ты что не берешь-то? А, боеприпасы, да, тоже нужны. Ладно, идем дальше. Крепкие довольно они. Надо 3 Hellfire. А ты кто? Так, в этом здании... А, его долго убивать, и там ничего нет. Далее. Чертежи гиены. Чертежи хранятся в одном из бизнес-центров. Ты должен выкрасть их, чтобы противник не смог ими воспользоваться. Ну, полетели. Так. Где? Там охраняют. Вроде как. А, там внутри, по-моему. Главное не уничтожить чертежи. Красивое довольно здание такое, оригинальное. Так, главное взять чертеж. Все. А эти уже второстепенно. Мне не поместится все. Ладно, тогда полечу сейчас. Высажу. Заодно броню пополню. Хочу немножко вот так вот зигзагом, ну, как сказать, уголком полететь, потому что все-таки должно быть тут где-то. Чего вы тут сосели-то? Где-то тут должно быть что-то интересное. О. Боеприпасы просто. Ничего. Таким количеством челов вообще... Да, да, тут это несложное, в принципе, задание, только кроме, не считая гиен. Если их мочить в тупую, то это, ну, печально очень может закончиться.
У меня слишком у вертолета слишком слабые боеприпасы, даже Hellfire, чтобы уничтожить вот эту гиену. Опять я в конце попробовать? Ну, попробуем. Не, на самом деле, ну, смотри. Там вот наверху, где фабрика, и там красные точки. Это как раз таки и есть гиены. Их там целая куча. И мне надо всех уничтожить. А учитывая, что даже одна для меня проблема, то, ну, мне надо найти какой-то способ, да? Вот этот способ мы сейчас и будем искать. Сейчас чертежи вначале пройдем. Там, где они там? Так, тут что у нас? Главное чертежи взять. Чертежи у нас. Гиены закованы в супер-броню. Чтобы пробить ее, тебе придется пересесть в один из броневиков. Ядерку сбросить? Ну, вариант, но тут видишь первые жители. Так что, в принципе, не очень. Так, в крайнем случае только. Вот. Уничтожь гиену, броня 5000. Ликвидируй охрану, пересядь в один из броневиков и уничтожь остальные. Оружие твоего вертолета не может пробить броню гиены. Не, ну может-то может, но... Как бы не в этом суть. И стоп, ну я же не знаю код. А какой код? Стоп, я на всякий случай сохранюсь. Потому что, насколько я помню, там надо будет опять убирать А, Б или С. Я что-то сейчас не представляю, а что мне надо, мне же не написали. Или что, или что-то путаю. Так, а где стоп? Вот. Чтобы открыть посадочную пла... так я же ничего не нажимал. Или я случайно что-то нажал. Ну ладно, не суть. Вот они, гиены. По-тихому зайдем в одну. Вот, у нее 300 гидр. И 100 пулемет, но это какие-то не такие гидры, они имба. Само прошло, как-то просто прокатило, да. Норм. Все, одной гиены нет. Опа, а там показался водила. Причем у меня почему-то брони только 1500, а не 5000. Какую-то я убогую эту гиену нашел. Еще 200. Это вообще картонная. Что ты делаешь? 500? Так, мне нужно броню найти. Стреляет. Да тебе вообще-то свой попал, что ты вылез-то? О, уничтожил оружие, норм. Миссия 5 пройдена. Очень медленный транспорт. И теоретически я могу на ней доехать до той гиены, которая находится вот там слева в углу, ну то, что мы видели. Но это очень долго. Мне еще надо будет горючее по пути брать, а смысла вообще там нету. Вот. Это такой, например, смысл, как в финалке Омегу валить, ну, для тех, кто понимает. Так, горючее пойду возьму.
Осталось последнее задание здесь. Так, ну боеприпасы. Да все равно возьмем. Какая разница уже там. Так, а в чем задание-то заключается? Фабрика. Доставь взрывчатку к воротам фабрики. В одном из бункеров мы оставили заряд, достаточный, чтобы стереть с лица земли любое здание. Доставь его к воротам фабрики Мэлоуна. Да, вот такое задание, казалось бы, а что тут может быть вообще сложного? Ну, подумаешь, ну взять бомбу, довести. Мы все гиен, в принципе, уничтожили. Ну, даже если вылетит пару там этих серых танков, ну и как бы фиг с ними. Вот. Ну, поэтому полетим и возьмем эту взрывчатку. Так, нам тут типа мешают. Ну, подумаешь, этот вылез, это, в принципе, вообще не страшно. Все, взяли, несем. Опа, вот тут еще одна гиена. А, я не успел сесть, да как же, ну. О, блин, чуть-чуть, буквально полсекунды не хватило. На, получай. Получай. Ну, полсекунды буквально не хватило же. Ну, я же прям вот сел уже. Ой, жесть. Ну что, попробовать ту гиену завалить? Которая там. Ну, то есть я все здесь все выполнил. Ну, блин, вот это вот опять обидно, ну. Да, сейчас я только сейф-стейт сделаю, потому что, ну, это не считается. Если бы я проходил, ну, просто, то я бы не стал бы ее валить. Где она там? Ладно, сделаю здесь сейф. Так, вот она стоит. Да я думаю, завалю, ничего такого. Триста брони, так. Тут есть интересно броня? А, боеприпасы. Тоже хорошо. Так, ремкомплект. А, у нас не показывается? Ну, вроде тут где-то был, да, или я его брал? О, а тут что у нас? Так, был же вроде где-то броня. О. Интересно, сколько там еще брони осталось? Так. Ну, главное, что мы броню восстановили. Так, боеприпасы надо взять. Но я загружусь в любом случае. Ну, потому что я этого делаю чисто для фана, так сказать. Ой. Половина выпустил вообще просто боеприпасы. Все, потратил. Вот такая вот была гиена. А представь их все валить, да, с вертолета. Так, загрузился. А, ну что, третья пройдена. Кучу всего уничтожил, спас. Вроде минусов особо никаких. Ну только то, что здание гражданские уничтожал. Ну а как еще?
Идиоты! Зачем вы мне нужны, если один пилот разобрался с вами, как с детьми? Из-за вас я потерял мощное оружие, но ничего, у меня есть еще пара сильных козырей. В старой тюрьме Алькатрас люди Мэлоун организовали тренировочный лагерь, разместив свои силы в самом сердце Сан-Франциско. Наши стратеги думают, что Мэлоун планирует отрезать город от материка, взорвав мосты. Проверь их и, если понадобится, разминируй. Наши информаторы сообщили, что Мэлоун завершает работу по созданию боевого лазера. Уничтожь лаборатории в парке «Золотые ворота» и ликвидируй прототипы лазера. Затем взорви узел связи, штаб-квартиру корпорации Мэлоуна и танковую площадку. Разведка доложила, что в Алькатрас прибудет один из вражеских генералов, нейтрализуй его. Ну и наконец, уничтожь охрану, посади вертолеты и отправляйся в тюремный комплекс. Один из наших лучших пилотов попал в плен и содержится где-то внутри Алькатраза. Разделайся с наемниками Мэлоуна, отключи систему безопасности и спаси заключенного. Я уже устал слушать тебя. Скорее за работу. Что, проверили, можно завалить или нет? Не, ну я-то знал, что можно завалить. Ну да, кружить, но ты учитываешь, что он довольно активно стреляет, поворачивается. В общем, вот этот уровень, я считаю, самый укуренный вообще во всех трех частях. В том плане, что здесь снег выше домов лежит. Выше небоскребов. Это что вообще? У них что, реально такая зима? Бывает. В общем, это бредовый уровень, но, в общем, но он довольно сложный. Тут много чего может быть боль. Но, в общем, первое задание, как нам сказали, уничтожь заложенные бомбы на мостах. Террористы заложили мощные заряды на городских мостах. Найди их все и уничтожь, прежде чем они взорвутся. Ну, полетели. Вот, нормально это снег лежит? Я не знаю, ну... Как-то это странно было в этой игре видеть. Стоп, ну это же... Вроде же это Титания можно было уничтожать, или мне кажется. Ладно. Чё крепкий такой? Да, и у нас время идет, у нас 145 осталось. Далее. Вон там сверху слева еще два. Так, нет, не надо мне Danger Zone никаких. Я как-то так обойдусь. Вот это знаменитое здание Сан-Франциско. Так, ну там сейчас пару этих самолетиков еще разбомбим. Вообще странные какие-то самолеты-вертолеты. Это типа как в Сан-Андреасе, что ли, это Гидра. Ну или что? Ну типа с отклоняемым уровнем тяги, да? Вектором тяги. По-моему, им надо не смело набраться с великим снежным потоком, который так закопал город. Да. К тому же Мэлоуна лазер, а лазер он же, ну, как бы горячий, да, стреляет лучом горячим. Так может он наоборот добрый, он хочет растопить этот снег весь. Уничтожь радиовышку. Уничтожь радиовышку, чтобы нарушить связь между подразделениями противника. Угу. Попробую по краешку здесь прилететь, но это опасно может быть. Надеюсь, ничего такого не случится. Ну да, походу пока не заметили. Сейчас еще зеленую область прилететь. Тут Danger Zone, наверное, сейчас будет. А, нет, вроде вообще не заметили. Так, радиовышка, там эти закопались.
солдатики. Где вы? Вот. Не очень-то. Так, еще где? О. Ну, вроде все. Миссия 2 пройдена. Далее. Уничтожь штаб-квартиру корпорации Мэлоуна. Взорви штаб-квартиру корпорации. По нашим сведениям, оттуда идет руководство действиями армиями. Руководство действиями армии, да. Так. Боеприпасы. Ну, в принципе, я думаю, можно пока полететь туда. А ты кто? А, вот здесь есть боеприпасы вроде. А, типа гражданское здание уничтожаю. Ну, вот это минусы пойдут. Ну, тут вроде что-то бывает у них, мне так кажется. Отстреливаются еще. Это типа я террорист, а не они, да? Как бы меня не отправили на базу за это. Вот тут горючее, не зря уничтожал гражданские здания. Ничего, отстроят новое. Это война. Так, боеприпасы бы уже не помешали, если честно. Ну, в принципе, еще пойду... А, горючее. Да, горючее придется взять. Кажется, понятно, почему ты до сих пор в бюллетенях оплачиваешь за разрушение. А, и почему? Кто стрелял? Так, уничтожаем вот это здание. Просто небоскреб берем и уничтожаем, аннигилируем. Ой, там кто-то меня стреляет прям активно. Так, мне боеприпасы в любом случае придется брать. Иначе никак. А, где они стоят? Вот. Кто-то меня так активно стрелял. По-моему, что-то там такое сильное. Это, наверное, такой зеленый танк. Ну, не понял, как... Вот этот. Так, а стоп, а может быть его уничтожить? Раз Danger Zone нету, значит, я, в принципе, смогу. Да, я понял, что там против возле них остается. Ой, брони что-то мне не очень. Ее негде взять. Печалька. Печалька. Где высадить людей? У меня нету. У меня нету посадочной. В общем, тут негде высаживать людей на этом уровне. Так что. Можешь уже заранее описать. Ну, я не думал, что это будет так. Ну, он меня грохнет сейчас. Ну, ничего не поделаешь, я просто не мог ничего с этим поделать. Беру просто небоскребы уничтожаю. Кто тут еще террорист, спрашивается. А, так. Разгроми танковый корпус. Сотри эту небольшую военную базу с лица земли. Воспользуйся бомбами, чтобы взорвать всю технику и все здания на ее территории. Ну, да, тут такое немножко это странное задание. Типа, потому что танков там этих много, и я должен бомбы сбрасывать, они сразу несколько уничтожают.
На самом деле не обязательно совершенно это делать, то есть именно бомбы использовать, можно и просто уничтожить, как обычно. Но бомбы типа эффективно, но с ними возни тоже много. Ну, в общем, полетел показывать. И все-таки мне казалось, что это вроде можно было уничтожить, странно. Вроде там как раз таки броня должна быть и прочее. Снап, привет! Так, ну-ка, ну-ка. Сейчас надо зачистить вначале. У нас тут должно быть все, и броня, и все. Ну ладно, возьмем бомбу. Ну это, конечно, я вообще не оптимально сделал. А тут их куча где-то должна быть. Это уже интереснее. Правда, горючего уничтожил. Так, давай-ка посмотрим, что тут еще. Мне нужно, чтобы горючее было, если что. Ладно, сейчас. Надо сбросить уже эту бомбу. Что? Что-то мало, по-моему, она взорвала. По-моему, вообще ничего. Ну ладно. Ну, это не совсем мирные дома. Вообще-то здесь банда Мэлоуна орудует. То есть они были мирными когда-то. Где колючая? Так. Вон она на том конце. Так, а броня? У меня боеприпасы. Так, ну жизнь взял уже хорошо. Так, боеприпасы я тут где-то видел. Да. Жизнь дал, жизнь взял. Нет, ну как бы, в принципе, не факт, что эти боеприпасы только для вертолета. Они могут быть и в танке там. Ну и вообще тут я сам много к чему придираюсь в этой игре, так что да, тут много нереалистичного слишком. Но игра все равно клевая. Что не говори. Так. Что у нас следующее? Комплекс лабораторий в парке «Золотые ворота». В этих лабораториях ведется работа по созданию боевого лазера. Уничтожь сами здания и все прототипы оружия. Да, и вот там меня встретят сейчас. Очень так неплохо встретят. Так, где вы там ездите? О. .395 брони осталось. А где установка лазерная? Прототип. А вон она.
А, у меня закончилось все. О. Чуть далековато брать. Ну ладно, что поделаешь. Тут наверняка где-то тоже есть в зданиях. Советы Nuclear Strike? Ну, я так понял уже, что придется. Но только мне почему-то кажется, что там будет примерно как с дельфином. По сложности. Но я в них ни разу никогда вообще не играл. Так, где у нас тут? Ой, я думал добил. Спасибо. Ну там просто из-за графона, во-первых, уже очень плохо все. Я просто смотрел Nuclear Strike. Ну так, видос там чуть-чуть совсем, там буквально несколько минут. И я понял, что там какой-то очень-очень нечеткий какой-то графон. Здесь как-то все четко, вот видно, вот патроны лежат, вот все, а там какое-то все размытое, одно мыло. И непонятно, где что. Ой, что-то у меня брони вообще 50. Тут нигде нету. Мне казалось, что тут вроде была. Блин. А у меня две жизни. Печалька. Защити посадочную площадку. Нашу посадочную площадку атаковали. Это очень важный объект, и ты должен защитить его. А меня сейчас там убьют. А там наверху не было брони. В этом конце нового поколения не все, как я, остальные пиксельные экраны любят. Если тут нет брони, то можно уже записывать, что у меня одна жизнь. По-моему, здесь нет. Боеприпасы есть. Брони нет. А, есть! Ух! Так, а горючее? Ага. По пути. По-моему, здесь тоже будет броня. Нет, горючее. Ну, какая разница, возьму вот это. КОВ-13, это я вообще не знаю, что такое. Это ты у нас тигры знаешь, а я-то чё? Так, нужно боеприпасы еще взять. А, кстати, да, следующее здание я не прочитал уже. А, нет, я прочитал. Ну, в общем, тут просто надо атаку отвести. Вот тут броня, да? Да, запомнили броня вот в этой вот точке. Легко запомнить, в принципе. King of Fighters, что-то знакомое, но я не играл точно. Так, что здесь все? А тут людей точно нельзя высадить? Понятно. А, так. Ну давай. Пятьсот восемьдесят брони оставили. Не дай удрать правой руке Мэлоуну. Один из вражеских генералов пытается сбежать из города и рассказать Мэлоуну о наших планах. Останови его. Так, мне тут надо боеприпасы по-любому взять. А чё ж так далеко-то? Ну ладно, в принципе, нормально.
Ну, сейчас он там, пусть он подождет. Сейчас я подлечу, пусть тогда начнет только упекать. А сейчас пока постоит. Да, самолет летающий задом наперед. Это прикольно вообще. Меня тоже всегда это радовало. Главное его сейчас сразу уничтожить быстро, прям заспамить. Все. А это уже можно попутно. Тут причем много вроде вкусностей тоже будет. Или немного. А, тут вроде даже жизня будет или нет. А, не, горючая. А, я, кстати, знаю, где жизнь тут есть. Так, следующее. Алькатрас. Проникните в Алькатрас. Зачисти территорию. Посади вертолет и проникните в тюремный комплекс Алькатрас. Окей. Что же мне остается еще делать? Сейчас только возьму жизнь. А ты что тут делаешь вообще? То куда вы заспавнились-то сюда? Я же вас убил здесь всех. 270 брони оставили. Вот, 3 жизни. Ну, правда, мне сейчас одну снимут, наверное. Может и нет. Не снимут. А, так, боеприпасы тут где-то валялись в тему. Хотя возьму, который чуть подальше. А, часы 1000, но сейчас это ничего, а бывает, что иногда таймер идет обратного отсчета там на определенных заданиях. А сейчас он 1000 и не по. Ну просто типа выключен. Так, ну что, летим бомбить только от раз. После этого нам придется зайти внутрь и там еще все порешать. Так, где тут кто? О, ты чё тут? Я забыл, что на тебя надо много. Так, тут вроде бы все есть, и горючее, и все. Ну нет, тут какой-то человек. Так, а, я еще задание не выполнил. А что там еще у нас? Понятно. Так, берем горючее. Берем боеприпасы. И у нас там опять прилетел вертолетик, видимо, этот. Или как это называется-то? Самолет. Итак. Уничтожь датчики движения. Эти сенсоры предупреждают охрану о присутствии посторонних и запирают некоторые двери. Ну, это же опять же миссия будет 30 до конца этого уровня. Так что смотрим сразу дальше. Чертежи секретного оружия. Уничтожь охрану и добудь чертежи секретного оружия, создаваемого ученого Мэлоуна. Достанем. Третье. Уничтожь арсеналы с оружием. Найди и уничтожь оружие, которое Мэлоун купил для оснащения своих солдат. Взрывай ящики и собирай содержимое. Соберем. Спаси из плена нашего пилота. Найди камеру, в которой держит одного из наших лучших пилотов, и спаси его. И все. В баке у нас 100. Людей 0.
Побежали. Так, первый сенсор прям тут же уничтожил. Будем издалека стараться всех убивать. Что у нас тут? Тут есть еще эти типа турелей, ну как это называть? Ну, в общем, пулеметы. Вот они не очень доставляют некоторые неприятности. Надо их издалека видеть желательно. И главное, я не понял, где они находятся. Что у нас там? Ничего. А тут? А, вот сенсор. Ага, боеприпасы. Ну да, ну там типа имеется в виду, оно в ящиках, а деревянные ящики, когда по ним стреляешь, они взрываются же, да? Ну, поэтому как бы взорви. Итак, что у нас дальше? Вот оно, вот оно, вот оно. 95 брони. Чайка. Дальше. Тут вроде тоже будет это вот пулемет. Надо его найти. Вон, да? Ага. Боеприпасы взять тоже бы не мешало, в принципе. Кого-то попадаю. А, это был сенсор. Так, пора боеприпасы брать. Где оно? Не понял, почему не отображается? Я же там оставил, не взял. Все, по нулям. Надеюсь, они там не заспавнились. Да, металлическая решетка взрывается. Я еще удивлен, что люди не взрываются. Они просто падают. Ну, как бы реально, как будто бы убил. А, нет, и люди взрываются. По-моему, тут броня будет, нет? Так. 15 брони. Это не очень. Тут вроде эта броня была, я не помню где точно. А, вот она. Все. Так, идем дальше. Одну миссию мы выполнили. Чертежи нашли. Че он не взрывается-то? Ага, М16. Причем, если я беру... А, нет, это... Нормально вот это вообще так? Особенно учитывая, что оно даже разное по размеру. Да что? Да. Да в упор это. Оно мне восстанавливает еще.
Да, оно мне еще восстанавливает, понятно. Так, здесь просто боеприпасы. Отлично, броня. Так, осталось два сенсора. Надо же, какой он меткий. Я вообще-то хотел в сенсор попасть. 90 брони. Так, ладно, посмотрим, что у нас дальше. Да, в ящике сидел, норм вообще. Так, ну он сейчас... А, пробил. И что-то мне казалось, он вроде не мог пробить. А почему он в центр не попадает? Так, мне надо добежать до брони. Почему он... Я думал, он сквозь сенсор стреляет. Ну это... Это что за дела? Ладно, уничтожим его сейчас сразу. А где пулеметчик-то? Все. Осталось только пилота спасти. И все. Можно валить отсюда. Ну, точнее, мы прямо вместе с ним свалим. Оружие, все, броня пока есть. Не буду брать. О, заспавнились, ну. Кто еще тут? Ну, конечно. Да. Печалька. Ну, как решетку ты сломал сразу. Ну, ты же куда побежал-то? Подождешь, нет? Стой, стой на месте. Дай возьму-то хоть что-нибудь. Он же черный, его убить могут. Раньше меня. Не понял, он что, еще не умер с первого раза? Ты куда побежал? О, опасная зона. Ты что ты делаешь? А этому-то все... Убили. А этому-то все равно негры-то. Да ты норм вообще? Так. Эй, негр, тебя там убили уже? Я не виноват. Сам лез. Да ты чё? Две ракеты надо, чтобы убить этого человека. Да что ты, повернись. Черный властелин. Все, четвертая миссия пройдена. Четвертый уровень. Смотрим, что у нас происходит дальше. А дальше происходят интересные события. Оружие готово и используется. Ну прямо они предсказали. Мэлоун изменил тактику. Он намеревается нанести авиаудар по небоскребам в центре Нью-Йорка. Паника среди мирного населения отвлечет внимание наших солдат.
первую очередь ты должен взорвать командный центр Мэлоуна. Вертолеты противника не дают нашим спасателям вывести людей с крыш горящих небоскребов. Уничтожь воздушные силы неприятеля в этом секторе. Нарушив планы противника, ты сможешь спасти мирных жителей и вывести их в безопасное место. Только что пришло сообщение, что во Всемирном торговом центре проходит встреча министров США и Канады. Террористы взяли их в заложники, ты должен вызволить политиков. Будь на связи, удачи. Вот нормально начало уровня? Меня это вообще всегда радовало. Вот. А теперь слабо сделать челлендж No Damage? Ну, короче, меня в этом уровне прикалывает то, что, ну, как бы даже вот интерес вызывает. То есть здесь вот он выстрелил лазером по это, башням-близнецам. И причем там еще в конце, если зафейлить последней миссии, то эти башни вообще падают. И эта игра была создана до 2001 года. И так это он предсказал, или это просто кто-то переиграл в эту игру и осуществил в реальности? Вот мне было всегда интересно. Да, начало вообще классное просто. Ой, я не заметил, что там дом выступает. А, да, я же не прочитал. Командный центр корпорации Мэлоун охраняется двумя радарами. Уничтожь две радарные станции, контролирующих этот сектор. А затем взорви командный центр, из которого ведется руководство операции в Нью-Йорке. Ну, в общем, обезглавливаем здание, вот так вот, выравниваем, чтобы нам летать было удобно. Всякие там вкусняшки достаются из вот этих поднапорных вышек. Ну, их обычное оружие сбивают они с собой, ну, это тоже вариант. Что в жизни не было пилота, который все здания сносил? Ну, понимаешь, просто, ну, как бы, не знаю. Ну, возможно, да, тупо совпадение, но все равно. В принципе, согласен, что, как бы, такое, как бы, явное здание, которое бы прикольно было бы разрушить. Так, где это здание-то Мэлоуна? Ой. Да что это? Как-то неуклюже немножко. О! Мэлоун. Все. Еще одна. Кто-то летал вроде. Что-то брони уже 400 осталось. Тут надо эти все разрушать желательно, потому что много чего может попасться. А, далее, второе задание. Вывези горожан с крыши горящих зданий. Спаси 27 мирных жителей с горящих крыш, пока небоскребы не начали рушиться. Если честно, там такие пожары, что... Ну, как бы... Чё бы они обрушились? Так, у меня с боеприпасами там проблемы, надо... Может, хватит на одно-то хотя бы? Сейчас прилетит, по-моему, вертолет, я не помню точно. О.
Так, здесь все, я так понимаю. А тут что у нас? Ничего. Ну тут точно что-то есть. Угу. Да ладно, броня-то почти не тратится, Тор, от этого. Да-да-да, нормально вообще. Так, где у нас зона высадки? Ага. О. Так. О, это мне надо как раз. Так проще всего на самом деле. Что там у нас? Принтометчик. Бак 24. Ну-ка, у нас горючее. Ну тут рядом, в принципе, так что можно дальше идти. Кто еще там? Ого, тут два. Меня это еще тоже всегда радовало. Такой это двухкабинный вертолет. Разве такие бывают? По-моему, нет. Так, все, всех взяли. Ну, пожары такие хиленькие, если честно. Ну, по крайней мере, для того, чтобы обрушилось здание, этого маловато. Так, людей придется высадить. О, откуда он взялся? Он не может попасть в сидящий вертолет. Ну, короче, ну. Когда он сидит. Приземлился. Так, еще там у нас справа. О, это надо порешать. Да, да, наверное, там тусня. Ого! Неплохо бомбануло. Ну, давайте, вылезайте сразу же. Он еще из дырки вылез. О! Все? Что у нас? Вон рядом еще, но у меня 5 людей, так что надо их высадить. Заодно зачищу зону высадки, там наверняка охраняют, как обычно. Так. Ого, нормально так сел. А, всю игру пройду? Не знаю. Думаю, нет. Ну, посмотрим. Вообще, как бы уже, в принципе, пора заканчивать, с одной стороны. Но, с другой стороны, я пока попробую не заканчивать. Ну, правда, не исключено, что, возможно, потом придется немножко рисковато прерваться. Так, что здесь один был, что ли, только? Вон еще там слева горит кто-то. Ну, пойдем быстрее, а то сгорит человек. Так, боеприпасы по пути есть.
Ну, чуток это ты тоже переборщил. Следующий уровень, ну ладно, не буду говорить, вдруг там кто-то впервые смотрит. Никакой доты не было, что ты выдумываешь? Ну давай, где ты, пожар-то? О, вот они. А, вон еще один есть. Не-не-не. Цнап, это просто торчит там. Накурился, ему кажется, что я в доту играю. Я в доту за все время поиграл что-то 30 минут, по-моему. Ну, чисто смотрел, что это такое вообще. Было интересно. Ой, это тоже не один, что ли? Сейчас соберем всех людей. А то что-то, ну как-то вдруг они там сгорят и потом скажут то, что ну вот ты не взял, они погибли. Мне не понравилось, да ну как-то оно не мое вообще. Я вообще ни в одно из ММО, в принципе, не играю. Так, еще один горит, он слева. Давай быстрее спасать. Обо что я ударился? А, вот это высокое здание. Оп! Ну извини, чувак. А где огонь? Ты обманщик. Тебя что, просто ограбили, что ли? Где пожар? Ну и получил он за свой обман. Так, горючее надо взять. Итак, вертолет и Мэлоуна готовы провести теракты. Мэлоун планирует использовать вертолеты для нанесения авиаудара по небоскребам города, уничтожь их. Вот там немножко может припечь. Поэтому надо как-то аккуратнее. Так, а у нас броня показывается на карте? Нет. Значит, надо запомнить. А как тут запомнишь-то? Как же запомнишь-то, где она стоит? Даже не знаю. Так, ну вот от близнецов, от левого там, раз, два, три, раз, два, три, четыре, пять. Три на пять. Ну ладно. Нет, 2 на 5. Ладно, как-то так попробую все что. Непонятно, почему то показывают, где броня лежит, то не показывают. Как-то все очень нечетко. Где у нас там вертолеты эти? О, аннигилировался. Боеприпасы пойдет. Что тут у нас? О, это живой. 26 гидр еще. А, этого можно и пульками. Операторы радара не очень, ну. Какие есть? О, броня. Да я не запомню, где она лежит.
Пора скоро будет боеприпасы уже брать. Сейчас встанет тут. Точно. О, пулеметом его завалил. Где у нас боеприпасы? Чё-то далековато. Причем почему-то, когда вертолет просто стоит на земле, то его с пулемета можно очень быстро разбомбить, а когда он активен, то дольше. Это что? Это что было? Так. Ну надо взять тогда броню. Сейчас вот там вертолетик убью. Нет, еще там есть два вертолетика. Но они мне броню пока вроде не тратят. Ага, вот. Ну и все, беру. Далее. Министры. Спаси политиков из поврежденного Всемирного торгового центра. Ликвидируй радар к востоку от торгового центра и вывези министров из поврежденного здания. И там же сейчас сразу будет миссия, ну почти сразу. В здании Всемирного торгового центра заложена бомба. Посади вертолет на крышу ВТЦ и высади штурмана, чтобы он смог разминировать взрывное устройство. Но перевод тут ужасен, потому что... Посади на крышу? Вообще-то я до крыши даже долететь не могу, потому что здание очень высокое. И сажать я буду на крыше рядом стоящего здания, которое почему-то настолько рядом, что до него может допрыгнуть человек. Ну, без всяких повреждений, без всего. Ну, оно прям крыша на уровне дырки в стене. Ну, то есть все, ну, все для людей, в общем. В общем, опять же, придирки, конечно, придирки, ну, как без них-то? Никак. Потому что слишком как-то... О, еще броня. Ой, так, где у нас там горючее? Так, горючее... А, не, я успею уничтожить радар. Где? Стоп, а где радар? А, вот это здание, по-моему. Вот, ну и все, берем горючее и начинаем мучительно и долго спасать. Сколько? 16 министров? Да, вроде больше там. Вот там, наверное, просто еще кроме министров какие-то просто люди или что. И вот они, наши здания эти. Я слышал, как террористы говорили, что нельзя перерезать зеленый провод. А. То есть... Ну, короче, блин... Что-то я не пойму. Это типа намек, что наоборот надо зеленый перерезать или любой, кроме зеленого? Хм. Интересно. Да, я сохранюсь потом, потому что хочу показать, как это все взорвется. К тому же вдруг я неправильно введу. Честно, не хочу сначала уровень начинать. Пусть это будет, если даже неправильно, немножко читерство, но... Не, ну, сначала нафиг. Я понимаю, там, если убили, но если я просто не ту кнопку нажму. Ну, по логике, да, любой кроме, но просто, он, если у нас уже был в начале... А, ты же не сначала смотришь, у нас там... В меню игры в начале было в опциях, типа, включить инерцию или не включать. То есть с моментом, без момента. И я ставил с моментом, и оно было без момента. Ну, в общем, они перепутали. И так что тут тоже что-то мне такие сомнения.
Ладно, пока что мы будем спасать. Неплохо так лазер бомбанул-то, да? Прям... Сколько, этажей 15 вынес? Вот вообще эти здания, рядом они стоят. Все как положено. Горючее тут рядом есть, если что. А, я совсем забыл про чатик на ГГ. А, так, что если это не снег, а туман, это про уровень Сан-Франциско. Ну, вообще не очень похоже. Но хотя тут такой графон. А, так. А, Фракс, ну, а зачем приставку? Можно же на эмуле, как, ну, все играют на эмуле. На приставке, конечно, прикольно, но... Действительно, где ее все ставить? И вообще, вот, не кажется ли, что вот здесь немножко вот... Ну, блин, ну, в общем... То есть, это на это здание перепрыгнуть нереально. Оно стоит далеко. Это только кажется, что оно близко, но... По сути, вон там целое здание вот это вот, где тень между ними. Как они перепрыгивают? Да, актуальный ответ. Ну, и потому что у меня это, ну, забываю про него, честно. На эмуле не то? Ну, в принципе, не знаю, тут стопроцентная эмуляция. В принципе, не знаю, разницы особо никакой. Итак. Ну что, цервиум? Подожду, пока ответите. Ну, не знаю, так, чтобы, если что, не я один был виноват. То есть нам сказали, что... А, не, наоборот, нам сказали не рвать зеленый, да? Значит, рвем какой? Нет, нам же вроде сказали не рвать зеленый, подожди. Тут пишут Б, тут С. А, save state надо сделать. Красный. Ну, красный это Б. За Б уже два варианта. Ну все, Б жму. Бум. Короче, блин, неправильно. Тут было здание, но от него коллизии остались только. Хорошо, что я сохранился. Я уже сказал, что я не буду еще раз начинать. Значит, надо было все-таки... То, что там писали, что нельзя трогать зеленый, наоборот, наверное, надо трогать зеленый. Так что С. Бум? А почему? А. А почему? Кривой перевод, что ли? Да хватит там стрелять. Летает он. Да как тебя уничтожить-то, лол? В общем, никак. Ты застрял. Меня обманули? Понятно. Скорее очень кривое, ну да, и заметил. Не, ну как, ну это уже такое. Я понимаю, там если, ну там типа потрачено и все такое, да, как в Сан-Андреасе, но когда это конкретно влияет на успешность выполнения, ну это уже как-то перебор.
Ну ничего, пройден пятый уровень. Шестой, насколько я помню, это Лас-Вегас, да? Невероятно, один пилот смог нарушить все мои планы. Ну ничего. Атака на Нью-Йорк была всего лишь проверкой моего лазера. Посмотрим, как они запрыгают, когда я уничтожу всех ведущих политиков США. Капитан, у нас проблемы. Войска Мэлоуна вошли в Лас-Вегас и контролируют все главные улицы города. Штаб-квартира корпорации в Лас-Вегасе усиленно охраняется. Прежде чем наносить по ней удар, ты должен очистить город от солдат противника. Атаки лазера на наши средства ПВО позволили нам вычислить его местоположение. Этот лазер уже создал нам массу проблем. И где же он? Со спутника получена информация, что лазер находится на военной базе неподалеку от Лас-Вегаса. Но сначала ты должен убрать с улиц города вооруженных головорезов. После этого тебя ждет наземная миссия в казино Мэлоуна. Отлично. Да, я знаю, что две миссии. Я обожаю играть в казино. Надеюсь, что не проиграю свой вертолет. Так, да, вот этот уровень довольно напряжный. Вражеский командир. Найди машину одного из вражеских генералов и возьми его в плен. Он знает, где расположены замаскированные радары. Ну, посмотрим, как я справлюсь с этим уровнем, потому что помню, что он сложный. Ну, что-то не сдалось вначале. Бухло, да. И все остальное. Да, темные ми... Не, ну тут как бы как раз таки... То, что тут темные, это меня не так напрягает, как в Jungle Strike, где темная миссия. Тут именно меня напрягают эти зеленые танки. Вот. Они не очень. Иди сюда. Норм? Я думаю, что наши специалисты смогут выведать у него, где спрятаны радары. Он 101 ракеты снимает, вот этот вот гранатометчик. Да. И это была самая легкая миссия на этом уровне. Уничтожь радарные станции. Найди и ликвидируй радары раннего предупреждения, замаскированные в гражданских объектах города. Посмотреть припасы, ты про что? Не, припасов тут в принципе хватает. И даже ремкомплект показывается, которого правда нету пока. Ну ладно, погнали радары уничтожать. Замороченная миссия долгая, потому что куча радаров, все охраняются, квики. Так, где-то тут прям рядом еще один, о! Готово. Ломай все, да. Так и сделаю. Ну, правда, все-таки экономить тоже немножко надо по припасу. Ну, вот такие ломать точно надо, потому что постоянно что-то лежит, вкусняшки разные. Вон. Уже прям видно. Так, а где тут радар-то? Ой, это не то, что я хотел. Не-не-не, меня сейчас собьют.
Мне только нужно радар один уничтожить, если все. А с этими ребятами я потом разберусь, когда тут не будет Инджерзан. Вот это они мне сняли броню. Ну ничего, я потом еще им отвечу. Давай, Снап, удачи. Ну, отхватил, в принципе, да, но им вернется. Так, а кто охраняет? О! Ну, тупо надо брать. Потому что... Никак иначе. Ой-ой-ой-ой-ой! Он 160 меня одним этим потратил. Выстрелом. Ладно, следующий радар ищем. Ну этот вообще ничем не охраняется. Следующий. Тут по-любому кто-то есть. Не? Странно. Вообще ломаем казино, потому что казино зло. Надо все быстро ломать тут. А потом скажем, что это, ну, просто издержки военной операции. Так, у нас что там с горючим по пути есть? Надо посмотреть, не охраняется ли оно. Я думаю, что охраняется, скорее всего. А, вот тут тоже что-то есть, кстати, в этих беседках. Ага. И вот у этой надо посмотреть. Ничего. Ну ладно. Жизни себе вернул. А, как раз и горючее пора брать. Так. А, ну да, мы еще не уничтожили радары. Смотрим. Желательно по пути тоже тут порушить здания какие-нибудь. Никаких Элвисов. Вон, не буду время тратить. Странно, опять никто не охраняет. О, неплохая вещь. Что у нас тут? О, вижу. Заправка, это хорошо. Не, вот эти здания, они всегда с вкусняшками. Типа кафешка для вертолета такая. О, отлично вообще. Так, мне как раз боеприпасы нужны. Что тут у нас будет? Еще боеприпасы? Отлично. Два радара осталось. О, тут тоже что-то есть, по-моему. Не помню точно. Возьмем игроков. Все-таки мы еще один радар уничтожим. Причем там вроде зеленый танк есть. Нет? Странно, мне казалось, есть. А, есть, есть, вон он. Без радара то он не осилит меня увидеть заранее. И теперь
Блокпосты. Уничтожь блокпосты. На въездах в город Мэлоун поставил свои блокпосты. Им приказано убивать любого, кто появится в их поле зрения. Салями, Тор, а ты блины-то приготовил? Или все еще тормозишь? Да что оно не взрывается-то? Что-то оно крепче, чем я думал немного. Так, пойдем. О, броня надо взять. Сейчас пойду отвечать тем, кто меня в тот раз врасплох застал. Где-то там они. Восемь гидр, но я надеюсь, мне хватит. Где они там? Сейчас, скоро их час придет. Час расплаты. На. Вот так вот. Это что, мне там горючее заканчивается, что ли? О, точно. Возьму в самом начале. Далее. Еще два блокпоста. Тут, в принципе, нету какого-то недостатка в боеприпасах или в горючем. Правда, может быть недостаток в броне, потому что, ну, много врагов очень. Так, сейчас, секунду.